спор между пассажирами автобуса чуть не закончился трагически для одной из сторон. Женщину вытолкнули из автобуса. Она упала и пожаловалась на боли в руке и спине, рассказали случайные прохожие. Как сообщила сама пострадавшая, ее силой вытолкнули из салона мужчины, обычные пассажиры общественного транспорта. Причиной стало, по ее словам, то, что она заняла место кондуктора. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они взяли показания у пострадавшей.